Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать о паштетике для щенков. Вот такой вот паштетик для щенков, купленный в Шиншилке. 62-34. Уже баночку я открыла, посмотрела на него. Вот такой вот. Вот на сайте он. Так, мы сейчас с моим малышом будем пробовать его. Перед тем, как дать щенку первый раз что-либо попробовать, я пробую сама. Вы знаете, очень даже вкусно, мне понравилось. Сейчас будет пробовать малыш. Погнали, едим. Ну, в общем, как-то так. Мальчик кушает. Кушает. Ему нравится. А взрослые стоят, ждут, когда им дадут облизать баночку. Да, мой хороший? Да, вот. Вот так мы и живем. Еще раз показываю. Вот такой вот корм для собачек, для щенков. Рафи Джуниор, купленный в Шиншилке. Спасибо, Шиншилке.